февраля 1943 года Красная Армия освободила от немецких оккупантов столицу Кубани, город Краснодар. И в первые же дни в городе были обнаружены многочисленные жертвы гитлеровского террора. Трупы замученных в гестапо, отравленных фашистскими извергами советских людей. 14 июля в Краснодаре перед судом военного трибунала Северо-Кавказского фронта предстала группа изменников Родине, пособников врага, активных участников злодеяний немецко-фашистских оккупантов на территории Краснодара и Краснодарского края. Дело слушается в открытом судебном заседании. В зале суда трудящиеся города и колхозники окрестных станиц. У многих из них гитлеровцы замучили и убили родных и близких. В зале присутствуют представители советской печати, писатель Алексей Толстой, герои Советского Союза лейтенант Глинка и майор Покрышкин. Продолжается допрос обвиняемых. Тищенко, предатель, ставший следователем гестапо. Речкалов Иван, уголовник, дезертир, работал в гестапо, участник отравления советских людей газами. Листовина, кулак, участвовал в убийстве 60 советских граждан. Тучков Григорий, служил в гестапо, выезжал на облавы и аресты. Пушкарев Николай, поджигал и взрывал здание гестапо с заключенными жителями Краснодара. О чудовищных зверствах немецких палачей и их пособников рассказали суду свидетели. Иван Иванович Котов чудом спасся из душегубки. Потеряв голос, он говорил так тихо, что его не удалось записать на пленку. Он прошел весь страшный путь от посадки в машину смерти до могилы и очнулся живым среди бездыханных товарищей. Моя соседка Раиса Ивановна, замечательная женщина, которая исчезла, и наконец ее отыскали убитую. Привезшую я сам видел ее. Затем парнишка 18 лет, Володя, тоже был убит, где-то ее разыскали в раскопках. Затем сосед мой недалекий, Кирюшка Фаторах, Луганский, тоже был убит. Его разыскали, привезли, я сам видел. Запылали наши фабрики, заводы, больницы, где они находились. Все это начало взрываться. И здесь уже оказался настоящий звериный немецкий образ, который они нам показали. Суд идет. Заключенный 7136. Мы попросили вас, Николай Иванович Котов, потому что это ваш айван. Тот досадный инцидент, который произошел в магазине, ваши знакомые нами забыт. Согласны ли вы подписать бумагу? Суть которой заключается в том, что вы будете расстреляны. На месте, за расположение тайны, в которую вас в дальнейшем посвятят. Но я уже подписывал такую бумагу, когда засылали в тыл большевикам и в лагере. Когда работал в лагере. В той русском вас засылали армейская разведка. В лагерях вы работали на СД. Сейчас вас пригласили гестапо. Also, Котов. Вы, Котов, удостоены большой чести до Вера Райха. Хайль Гитлер. Если бы не мы, Котов, вы бы так и остались калекой. Хайль Гитлер. Прошу вас, Николай Иванович, пойдите в эту комнату. Здравствуйте, Котов. Излагаю суть дела. Великий фюрер германской нации Адольф Гитлер издал приказ о тотальной эвакуации населения всех тех районов, особенно Восточной Пруссии,
где возможны прорывы большевистских десантов. Ясно, что долго они там не задержатся. Однако возможность десанта, мы, исповедующие реализм, не исключаем. По нашим сведениям, не все жители деревень и городов подчинились приказу фюрера. Ими движет алчность и трусость, страх расстаться со своим хозяйством. Это преступление перед Рейхом. Люди, не подчинившиеся приказу фюрера, перестают быть немцами. Для нас они становятся недочеловеками. Вам понятно значение этого слова, надеюсь? Да. Таким образом, вы до конца оценили высокую принципиальность фюрера, если покарать арийцев поручено вам, славянину. Но... 20 человек будут переодеты в форму красноармейцев. С вами пойдут два моих офицера. Вы уничтожите всех тех, кто ослушался приказа фюрера. Я развязываю вам руки. Ни один человек не должен остаться в живых в той деревне, куда вас забросят. А потом? Вы правильно поставили вопрос, Кротов. Нет, вас не уничтожат, чтобы на месте получить доказательства злодеяний красных. Именно вас не тронут. И тех ваших спутников, которые станут командовать пятерками. Вы на месте ликвидируете своих людей по мере того, как они завершат работу. А потом ваши офицеры ликвидируют нас? Вы еще более правильно поставили вопрос, Кротов. Не поставив этот вопрос, я не поверил бы в вашу искренность. Дело заключается в том, что мы придаем вам 5 человек, которым мы верим. Однако они, в силу своих умственных способностей, лишь компрометируют нас своим сотрудничеством. Понятно? Вы ведь встречали в тюрьме тех славян, которые вызывали в вас брезгливость. И почему они вызывали в вас брезгливость? Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей в вас брезгливости по отношению к людям одной крови. Безмозглые какие-то. Быдло. Что такое быдло? Ну, это вроде как стадо, что ли? Стадо. Вы тяготеете к европейской культуре, Кротов. Нам это нравится. Так что учите язык, вы нам будете очень нужны. Не считайте, что предстоит только та операция, о которой я вам сказал. Предстоят операции в России. И последнее. Какие у вас пожелания, соображения? Вы можете отказаться. После завершения операции получите 5-дневный отпуск в Берлин и премию. Так что деньги в ювелирном магазине фрау Пикеданс искать не придется. Каким оружием убирать участников операции? Немецких жителей или ваших подопечных? И тех, и других. Первый вопрос не ваша компетенция, с участниками операции уже работают. У них будут русские ножи, русское оружие. У вас будет немецкое оружие. Убирайте ваших выстрелами из автомата с контрольным выстрелом. Гарантия смерти должна быть абсолютной. Понятно. Проверьте даже резинки на кальсонах, не немецкие ли они. У русских нет резинок на кальсонах. У них или пуговицы, или завязки. Тогда я спокоен за успех дела, если вы так точны в мелочах. Eintreten! Nach links, richtig! Stillgestanden! Krotow, Goroch, Zlatkowski, einen Schritt, vortreten! Krotow, los! Есть! На первый пятый. Рассчитаюсь. По-русски или по-немецки? Я как говорю? На первый пятый. Рассчитаюсь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Thank you.
Сменить белье и переодеваться. Ereignete sich im Morgengrauen. Это случилось на рассвете. Прорвавшийся русский десант зверски уничтожил всех жителей этой мирной деревни. Дома разграблены. Не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Люди были убиты совсем недавно. Кровь была еще теплой. Большевики показали свое звериное лицо. Стоило жителям этой деревни выполнить приказ фюрера о тотальной эвакуации из Восточной Пруссии, этого никогда не произошло бы. Эта позорная акция соответствует указанию Сталина о том, чтобы уничтожить зверя в его собственном логове. Всего несколько часов деревня была в руках красных. Члены международной комиссии убедились, что стреляли из русских автоматов и пистолетов. А трупы самих комиссаров и красноармейцев – бесспорный факт. Против такой жажды к уничтожению нам может помочь лишь одно – тотальное самоутверждение. Террор против террора. Доктор Геббельс сказал, где тот сумасшедший? Нет, где тот преступник, который считал, что большевики хоть немного человечнее, чем мы их представляли миру. Мы повторяем свою клятву истребить огнем и мечом виновников. Но прежде чем мы отомстим, надо привести весь немецкий народ на это место и показать, что ожидает каждого, если мы не будем отдавать все силы, чтобы отбросить кровавый поток с востока. Внимание! Проезжал посадку самолета из Иркутска, рейс 32. Всего доброго. Спасибо вам. Слава! Узнаю тебя, Серго. Ну скажи, к чему весь этот автомобильный парад, а? Спасибо вам, свидание. Серго. Серго, ну для чего все это? Для экспертов, для экспертов. И не надо замахиваться на наши обычаи. Это великодержавка. И потом не хочу стареть. Когда мужчина перестает выступать перед женщиной, перед другом и перед самим собой, считай, он кончен. Мы с тобой не конченый старик. Не кончен. А по-моему, за этот вечер красный. А иначе ведь ты меня не понял. Да уж не понял бы. Садись, садись. А по вечеру хвала от Гиллемса. Что, Славик, доложить обстоятельства? Ты же знаешь меня, Серго. Пока своими глазами не увижу, все равно ничего не пойму. Так что давай лучше пока отдохнем. Я же 14 часов провисел в небе. Ты что, спать хочешь, что ли? А разве в Грузии это возможно? Там наверху не очень натоптали, а? Ну, я-то приказал выставить оцепление. Ты же знаешь наш народ, Славик. Каждый сам себе Шерлок Холмс.
Каждый все хочет видеть своими глазами и сразу же назвать преступника, кто он. Я бы хотел ошибиться, Серго. Но дело, которое мы сейчас крутим, необычное. Да, я знаю. Кордава держал меня в курсе дела. Тебе Кордава про пальчики, которые мы нашли у Петровой, докладывал? Докладывал. Ты знаешь, грузин обязан в первую очередь докладывать грузину. Спасибо. Грузин обязан в первую очередь докладывать своему начальнику. Так он же после твоего звонка вышел на связь, Славик. Ты стареешь, Серго, ты оправдываешься. А я просто-напросто неловко пошутил. Я стал плохо шутить, Серго. Я это замечаю за собой. И даже собираюсь обратиться к невропатологу. Серьезно. Уволят. Уволят как психа. Осторожен, Славик. Ни головы, ни пальцев. Кто обнаружил труп? Пасечник. Эсадзе! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Батоно, каким узлом был завязан мешок? Я не знаю. Ну, а как вы его раскрыли? Я потянул, он развязался, раскрылся. А у нас таких узлов не вяжут. Значит, потянули, и он развязался. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, и что мы имеем, Серго? Да ничего не имеем. Тут все неясно, не знаешь, за что уцепиться. Значит, потянули, он сразу раскрылся. Здесь и эксперты понятые. Сахвари Лидзе, Лаферадзе. Здравствуйте. Ну, давайте, уважаемый, еще раз посмотрим все. Этикетка сгнила, и установить фабрику невозможно. Вот обратите внимание, здесь остатки надписи, цифры. Вот здесь. И, У, С, А, А, Бу, Бу, На, Фака. Фака, фабрика. Обувная фабрика? Видимо, иркутская фабрика. Тогда, если ничего против не имеешь, давай составим телеграмму. Иркутск, обувная фабрика, срочно сообщите. Фотографии. Когда начали изготовление зимних полусапожек. Темно-коричневого цвета? Пожалуй, черного. А, черного цвета. Значит, каблук широкий, средний, с молнией. А тут... Снежинка. Да, снежинка. Типа снежинка. Да, пусть сообщат также, в какие области страны продукция их фабрики, вот этого типа, отправлялась летом, осенью прошлого года. Эге. До середины октября включительно. Михаил Гугула. Вот это что? Рана? Нет, родимое пятно. Да, вот что, Серго. Угу. Пусть кто-нибудь вместе со следователем спустится вниз для проявления фотографий сапожек. И немедленно отправит фотографии в Коканский угрот для предъявления тетушки Петровой. Так и написать тетушке Петровой? Нет. Клавдии Егоровне Ефремовой. Единственной установленной родственницей Анны Кузьминишны Петровой. Пусть просит. В сапожках ли являлась к ней ее племянница осенью прошлого года? Если да, пусть предъявит фото. Угу. Нет, пусть поговорят о кофточке. Обощение старил. Вот что, Славик, помой руки и давай вниз, там нас ждут. Шашлык, хашлама? Угу. Барствует Серго, заставляет кормить мясом высокое начальство. Я ждал этого упрека, но не от тебя, Славик. Хочешь, покажу чек? Мясо я сам купил в Сухуми, пока тебя ждал. Наша иркутская фабрика начала выпуск кожаных меховых полусапожек с узором типа снежинка во втором квартале 79 года. Партия этих полусапожек была отправлена в Нардын в августе этого года в количестве 7 тысяч штук по накладным 542/45. 592/2 и 72/345. Заместитель директора фабрики по сбыту Куятметова. Тетя Петрова Ефремова не помнит, чем была одета ее племянница. Крайне обеспокоена тем, что от нее до сих пор нет писем. Ни полусапожки, ни кофточку
с уверенностью опознать не могла, потому что плакала, спрашивая о судьбе своей любимой и единственной племянницы. Установлено, что у Петрова есть двоюродный брат, штурман дальнего плавания. Василий Савельевич Пастухов, проживающий по адресу Рига, улица Советская, 5, квартира 12. В настоящее время Василий Савельевич Пастухов находится на сухогрузе «Суворов» в качестве второго штурмана. Судно следует рейсом из Сингапура с заходом в порт Неаполь. Дальнейший рейс будет определяться софрахтом. Опросом свидетелей установлено, что Пастухов, не разведясь со своей женой, Ниной Николаевной Пастуховой, уже полтора года живет отдельно. Отзывы о нем положительные, в службе пароходства характеризуется хорошо. Виновным в разрушении семьи его не считают. Послушай, Серго, в рабочем порядке. Только не перебивай меня, ладно? Да не буду я тебя перебивать. Так. Убитой является женщина лет 28-32. Допустим. Следов от ран нет. Следовательно, убита удар в голову. Так. Следов изнасилования не обнаружено. Эксперты изучают возможность семинедельной беременности. Стихи упрочь. Кушайте на Подождите, здоровье. Спасибо. Да, спасибо. Ну, очевидно, убита острым предметом. Или кинжалом. Или кинжалом. По мнению экспертов, рост убитый составлял 155-160 сантиметров. Так. Преступник сделал все, чтобы мы ни по внешнему виду, ни по зубам, ни по возможным отпечаткам пальцев не смогли установить личность убитой. Если послушать пасечника, убийство могло быть совершено в конце ноября, в начале декабря прошлого года. Перед самым, когда... закрытием сезона, точно. Когда снег еще не отрезал горы от побережья. Выдвигаю версии. Первое. Убийство могли совершить местные жители. Исключено. Ты же обещал не перебивать меня. Второе. Убить могли приезжие или приезжие, с которыми женщина познакомилась по дороге. Годится? Годится. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Третье. Да. Убийство мог совершить любовник, узнав о том, что женщина беременна. Зачем ему надо было убивать? Чтобы развязать себе руки. Разрешение руководства на прямую связь с кораблем. Очень бы хотелось поговорить с этим родственником Петровой. Я генералу докладывал. Он считает разговор с Пастуховым обязательным. Добро на разговор получено. Все же вы молчали.
Ривас, где ваш темперамент? Жить на одном темпераменте все равно, что дышать чистым кислородом. Помогает временно. В радиоцентр к морякам. Понял. Теплоход Суворов, Москва-радио, прием. Я Москва-радио, прием. Москва-радио, Москва-радио, теплоход Суворов. Как меня слышите? Москва-радио, теплоход Суворов, слышу вас хорошо. Готовы к разговору? Разговору готов. Москва на связи. Суворов на связи. Угу. Это, значит, Пастухов? Это Пастухов? Да, Пастухов, Пастухов. Здравствуйте, товарищ Пастухов. Я вас беспокою в связи с вашей родственницей, Анной Петровой. Вы меня слышите? Да, что случилось? Да вот, понимаете, уехала в отпуск и пропала. Тетушка ваша очень волнуется, мы начали поиск. Вы ничего не предполагаете? Как не вернулась? У вас много ее фотографий? Есть. Когда она последний раз прислала вам фото? Точно не помню. Так, она была на этом фото в очках. И с короткой стрижкой. Точно. И в такой черненькой кофточке с поперечными полосками. Нет, в купальнике. Так она что ж, с моря вам прислала фотографию? В октябре, что ли? Да. А что, с тех пор не вернулась? Она одна на фото или с приятелем? Нет, одна. Она вам ничего не писала? Имени какое не называла? Писала. Что, мол, Гриша... невероятный человек, и что, мол, скоро она меня обрадует приятной новостью. В общем, странное письмо. А кто такой этот Гриша? И мы этим заняты. Когда вы впервые о нем узнали? Года два назад. Что, мол, познакомилась с невероятным, сильным человеком. Говорила или писала? И так, и так. Она прилетала ненадолго, ну, года полтора назад ко мне, в Ригу. Одна? Одна. Жила у вас? Нет. А где вы с ней встретились? В кафе. В кафе встретились. Она просила вас о чем-то. Вы меня слышите, товарищ Пастухов? Она просила вас о чем-то? А что вы имеете в виду? Это связано с ее пропажей? Да. Вы, очевидно, понимаете, что я имею в виду. Понимаете? Да, понимаю. Ну, я сказала, чтобы она выбросила это из головы. Я сказал ей, чтобы она выбросила это из головы. И чтобы об этом не просила. Понятно, понятно. Она просила вас взять с собой кое-что и там поменять. Да, верно. Но до этого дело не дошло. Я сразу отказал. Я понял вас, понял. Я вас понял. Я сразу понял, отказал немедленно. Скажите, пожалуйста, она чем-нибудь мотивировала свою просьбу? Ну, вы понимаете меня, какую? Да, понимаю. Желанием переехать на юг, в Адлер, купить там дом, обзавестись семьей. Ей, ну, понимаете, возраст у нее уже. А почему именно в Адлер? У нее там первый мужчина. Она была в него влюблена, а он женился на другой. Он обещал ей помочь с покупкой дома. Фамилию не помните? Нет, не помню. Он работает в Адлере, главным бухгалтером в Рыбкопе. Имени тоже не помните? Имени? Имени его? Нет, Леша или Леня, нет, точно не помню. Письма ее у вас с собой? Да. Да-да, с собой. Товарищ Пастухов, вы когда будете в Неаполе? Завтра в конце дня. Вы не смогли бы из Неаполя подлететь на денька 2-3 в Москву, а? Вместе с письмами и фотографиями. С удовольствием. Вы можете спросить разрешение у капитана, срочно, сейчас же. А капитан здесь. Он слышит наш разговор. Добро! С праздником! Да, вас тоже с праздником! НТО дало заключение, что в тайнике на квартире Петровой неоднократно хранился золотой песок. Путем повторного осмотра квартиры Петровой и Миленко нам удалось взять два отпечатка пальцев, принадлежащих мужчине. По картотеке не проходят. Копии отпечатка высылаю рейсом 2314 с командиром корабля Ефремовым. Перед вылетом уведомлю звонком. Прошу встретить. Подпись Жуков. А вы знаете отпечатки пальцев, которые прислал
Жуков из Нардына. По картотеке не проходит. Действительно, не проходит. Но ваш знакомый Козел оказался человеком дотошным. Он позвонил в УГРО и просил передать, что узел на мешке завязан, как он сказал, парашютно. Парашютно-то парашютно, подумал я. Но идентичный случай на Кавказе с таким же узлом потребовал больше внимания. Я поручил изучить детально этот вопрос. И что вы думаете? Оказалось, такие же узлы были разработаны немецкими десантниками из Абвера в 41 году при операциях в Норвегии и на Крите. Вот так. В огороде Бузина, а в Киеве дядька? Да. Где Крит, где Нардын? Приехали. Что? Я говорю, приехали, тупик. Шахтеры, когда вырабатывают один пласт, начинают другой. Надо знать, где этот пласт. Иначе будем бессмысленно земли кидать. Только пуп надорвешь. Еще не вечер. Я сделал вот что. В Берлине живет мой хороший знакомый, историк криминалистики, Пауль Келлер. Он занимается нацистами, теми, кто смог скрыться отсюда. Я связался с ним, послал ему отпечаток пальца и просил проверить, нет ли у них среди материалов на тех, кто во время войны служил гитлеровцам, этого негодяя. Ведь часть власти состояла из уголовников, как тех, кого судили у нас за бандитизм, так и некоторого количества головорезов, арестованных криминальной полицией Рейха за драки, пьянство и так далее. Такого рода дела у них должны храниться. Пауль мне говорил, что у гитлеровцев ни одна бумажка не уничтожалась. Ни одна. Я ему сказал, что речь идет об особо важном преступнике, и что этим делом занимаетесь вы. Пауль Келлер? Да. Немецкие товарищи обещают помочь. Келлер свяжется с вами по телефону. У нас сегодня... Вторник. В четверг от 15 до 16 Пауль будет звонить уже вам. Ну что ж, в путь так в путь, сказал джентльмен, проваливаясь в пропасть. Позвонить через 3 минуты. Да, договорились. Ну как? Ждем. Фамилия. Вот есть. Набережная Макарова, дом 28. Да. Сертификатный магазин. Товарищ полковник, Берлин вас. Костенко у телефона. Здравствуйте, Костенко. Здесь Пауль из Берлина. Здравствуйте, Пауль. Записывайте. Пишем. Вам надо сюда прилететь, понимаете? Документы того стоят. Отпечаток пальца принадлежит Николаю Ивановичу Кротову. Пишите? Да-да, пишем, да. Родился он в Адлере в 1923 году, улица Горная, 5. Отца зовут Иван Ильич, а мать Аполлинария Евдокимовна. До замужества Нарцисова. Так, дальше. Кротов в 1943 году был приписан в спецподразделение Абвера 52/7. Для начала годится? Очень, Пауль. Будьте здоровы, Владислав. Спасибо, Пауль. Спасибо. А мне? А ты пиши, Ревазик. Словом, Владислав Николаевич, Горной улицы более не существует. Снесли ее по генплану реконструкции побережья. Так, отец Кротова, в прошлом учитель черчения, умер в 1961 году, мать в 62-м. Их сын числится без вести пропавшим с осени 41-го года. В 44-м году они взяли из приюта ленинградскую сироту, дали ей свою фамилию. Так, зовут Галина Ивановна Кротова, медицинская сестра в Ессентуках. Где? В Ессентуках. Имеет 3 детей, муж работает агрономом, отзывы о семье положительные. Львов Алексей Кириллович, о котором показал родственник Петровой,
действительно работал в нашем рыболовецком кооперативе. Ну, уже 3 года как перебрался в Краснодар, возглавляет там плановый отдел мясокомбината. Проживает по адресу Краснодар, улица Горького, 16. Однокашников Николая Кротова не нашли? Ищем. Может быть, живы учителя? Иные старушки всех своих питомцев помнят. Святые люди, особенно в маленьких городках. Поищем. Ничего нового не нашли в сберкассах, где получали деньги за Гончакова? По тем фото, которые я предъявлял, ничего не удалось. В гостинице, конечно, Кротов не останавливался. Нет, проверено досконально. А Петрова? Нет. Снимали, значит, комнату? Наверняка. Так что трудно установить. Вряд ли он в Куртбюро обращался. Это верно, мисс Роб. Хорошо у вас здесь. Значит так, вы тут продолжаете искать. А мне срочно в Краснодар, к этому самому Львову. Сложный этот вопрос, товарищ Костенко. Очень сложный. Я врасплох застигнут столь неожиданно ваше посещение. Я понимаю, товарищ Львов. Понимаете? Аня была моей первой любовью, поэтому я помню все. До самой последней мелочи. До самой последней мелочи. Сколько лет прошло? Сколько лет? Алексей Кириллович, а когда вы последний раз виделись с Петровой? Последний раз? В прошлом году. В Сочи. Как раз лицом к лицу. Я был тогда с женой. Та сразу что-то поняла, почему-то побледнела. А у меня сердце в горле застряло. Не знал, что ей ответить. Мы ведь, в отличие от женщин, лжем не умела. Перестал, дозик. Кстати, обратите внимание, знаете, как называется? Терешкова. А это удивительные розы. Это удивительный сорт. Нравится и мне, и жене. Жене больше. Он так и называется, семейный. Спасибо за зонтик. Пожалуйста. Вы, наверное, видели Аню в ноябре, в декабре. Да, 1 декабря. А откуда вы знаете? Она была с Гришей? Я не знаю, как его зовут, но... Когда Аня меня увидала, она отшатнулась, а он, заметив меня, изменился в лице. Закаменело у него лицо как-то. Вы даже с ней не поздоровались. Ну, какое она с этим, с Гришей, я со своей мадам. Да. Просохло. Просохло называется. Ну, в общем, вы пока посмотрите цветы, а я пойду кур покормлю. А как она была одета? Что вы говорите? Как Аня была одета? Как одета? Ну, она очень прекрасно выглядела. Ей шли очки. Я не думал, что очки могут так красить лицо. Короткая стрижка, длинная шея. У нее очень красивая шея. Простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Мой вопрос может показаться вам бестактным. Ничего. Еще раз простите. Да. Но я обязан его задать. У нее были на теле какие-нибудь родинки, родимые пятна? Почему? Нет, 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 нам еще ничего не известно. Я прошу вас, успокойтесь, мы ничего не знаем. Да, конечно же, я помню все. У нее было родимое пятно, как звездочка. На левой груди. Я посмотрю цветы.
Аня была в босоножках. Нет, не в босоножках. А в чем? Она была в полусапожках и в черной кофточке в полоску. Отчего вы с ней расстались? И это надо рассказать. Надо. Надо, поверьте. Понимаете, я отношусь к тому типу людей, которых можно ударить, они простят. Но более всего меня обижает слово. Наверное, потому что я из старых русских, самых настоящих русских. Мой дед крестьянин, отец священник. Так вот для них, как и для меня, слово – начало всему и всему конец. И однажды Аннушка мне сказала, очень как-то безжалостно сказала. Она вообще была на характер прямой, бескомпромиссный. И она мне сказала, ты не мужик, понимаете? Я и у врача был, советовался с друзьями, краснее этот вопрос обсуждал, расспрашивал женатиков, а потом ей сказал, ты не права, у меня все в порядке. Но она не поняла сначала, а потом, когда я объяснил, долго смеялась. Смеялась долго, а потом обняла, поцеловала и говорит, я не то имела в виду, не только то. Матрац ты какой-то, а не мужик. Другие зубами умеют вырвать свое, а ты молчишь все время, ждешь, потеешь. А я действительно потею, у меня дефект такой с рождения. Понимаете? Обидно. Очень. А вот вы хотели бы иметь близость с женщиной, которая вам это сказала? Ну, в общем, мне рассказали, что она хотела покончить с собой. Приняла снотворное, еле откачали. А потом, когда она вернулась к своей хозяйке, мы снимали угол на Васильевском, она сказала, слава богу, что это кончилось, не начавшись. Мужчина должен быть добытчиком, его бояться надо. Только тогда женщина может... Где вы встретили с Аней в Сочи? В магазине кулинарии. Она выходила, а мы входили. Москва. УГРО МВД СССР. Судя по показаниям Львова, убитой является Петрова Анна Кузьминична. Прошу укрупнить фотографию родимого пятна на левой груди для опознания. Костенко. Мне сказать, что вы из газеты? Меня просили написать о самом интересном в крае. Ну, а что самое интересное? Люди, судьбы. Поэтому я начал с визита к вам. Начал с визита к вам. Как доктор говорите. Так старые доктора выражались. Ну, не плачь. Галина Ивановна, расскажите что-нибудь о себе, о своей жизни. Что рассказывать-то? Дети, муж, собаки, живность, соседи хорошие. Сначала о живности сказали, а потом уже соседи. Конечно. А как же иначе? Животные ведь лишены слова. Они же меньшие братья. Дай. В чем-то лучше нас, я в это верю. У них чрезвычайно развито чувство благодарности. Подожди, маленький. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Жанна, кушай скорее. Галина Ивановна, я знаю, что вы в детдоме воспитывались. Наверное, нелегко вам было, а? Да всякое бывало. Я очень с благодарностью вспоминаю своих сестер и братьев. Сейчас, маленький. Воспитатели любите? Да, очень, на всю жизнь. А у вас какие-нибудь фотографии, альбомы, может, есть, а? Есть. Покажите, было бы очень интересно. Сейчас только малыша вот уложу. Пожалуйста. Жан, пошли. Ох ты мой хорошенький, маленький, устал. Не плачь. Сейчас ляжем. Вот так. Ох ты, малышенька. Вот и все. Мама, я сейчас его уложу. Жан, накрой его. Вот так. Ножки ему уложи. Вот давай, помоги. Мама, а мне тоже ложиться спать? Да, и тебе спать. Жан, уложи, а я пойду к дяде. Антошка,
Антошка, давай капать картошку. Антошка, Антошка. Вот мои отец и мать Кротовы. Они меня в дети взяли, так у нас говорили. И я Кротова. Они живы? Нет, после смерти отца мама умерла на следующий год. А свои дети у них были? Да, был сын Коля. Но я его никогда не видела, он погиб на фронте. А вот наш дядя Гоша, военный. Военный, да? Да. Чей вот сейчас. Это вот справа, который? Да. Он к нам часто с подарком приезжает. А он где живет-то? В Адлере. Он чаевод. А он чей брат-то, мамин или папин? Конечно, мамин. Вот. Очень маму любили, да? Да, мама у нас очень добрая была, исключительная женщина. Очень любила праздники, гостей любила. Иногда напечет пирогов, наставит столы и там. А какую икру грибную делала, объедение, пироги с картошкой, с луком. Отец на нее очень сердился. Чего же он сердился-то? Ну, говорил, расходы только. Что, жадный был? Да нет, не был он жадный. Скорее, расчетлив был. Расчетлив, а многие говорили, вроде бы он скуп. А когда умер, на книжке нам 9000 оставил. А костюм себе черного так и не купил. Костюм черный? Да понимаете, был у него черный костюм. Английский даже. Тут мама как-то гладила его пиджак, история такая была. А я котеночка принесла. Ну, он мяукал, мама стала его сметаной с пальца кормить. Ну, перестал мяукать, в это время дымом и запахло. Мама бротик-то забыла, ну, он и прибежал. Ну, и ударил маму. Я как-то его перестала воспринимать, какое-то черное пятно перед глазами. Вы уж только не пишите об этом, ну, ладно? Конечно. Видишь, в окошке птичка летает, видишь? Сейчас же ложись спать. Вот после этого случая вы и ушли от них? Да нет, не сразу. Я сначала училась, да и маму было жаль. Они, наверное, очень тосковали по Коле. Да свыклись. Сначала надеялись, ждали, очень ждали. У вас Коля на фотографии есть? Да. Это мой муж. А это дядь Гош снова. Да. А это мои подружки. Симпатичные. Ой, а где школьные фотографии-то? В авиахимии, в школе, когда уходил на фронт. Где ж они? А что, детдомовские, что ли? Да. А где же вы здесь? А вы догадайте. Ну, вот. Нет? Вот. Ой, ну где школьные фотографии-то? Нету. Со сверстниками встречаетесь? Вы знаете, приезжал воспитатель из детского дома, обещал нас всех на встречу собрать. Да, воспитатель приезжал? Да. Интересно. Ну что ж, я понимаю, конечно, приятно всех собрать. А когда он приезжал? Где-то с месяц назад. Да? Да. А как его зовут? Вот как зовут, я не знаю. Он после нас пришел, наверное. А на поезд торопился. Ваш воспитатель альбом смотрел? Да, это у нас традиция, альбом рассматривать. Этот воспитатель был у вас? Батюшки Светы, он. А вы что, и про него пишете? Да. Еще как. октября, в день 131-й годовщины битвы народов под Лейпцигом, рейхсфюрер СС объявил приказ фюрера о создании фольксштурма. По всей Германии собираются добровольцы от 16 до 60 лет. Фольксштурм объединяет людей всех слоев. Молодость и старость стоят плечом к плечу.
Ручки. Мамус, Вегейн. Надо уходить. Сонс, сонс, гидиан. Иначе мы подохнем здесь. За такие речи расстреливают. Где МП? Это дезертирство. Я запрещаю так говорить, Кротов. Я сказал так только потому, что знаю, что если вы попадете в плен, вас в лагере будут кормить. Черт! Убих! А меня расстреляют. Ты где? Здесь я, здесь. Вылазь. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вылазь, а то стрелять буду.
могу. Кто такой? Из угнанных я. От колонны отстал. Чего надо-то? Помоги, моряк. Да как тебе помогу? Видишь, сам из госпиталя. Сейчас, погоди, что-нибудь попадется, остановим. Спасибо тебе, браток. Да что ты ноешь-то? Помоги повязку, а? Что ты ноешь-то? Повязку помоги, больно. Что ты разнылся-то? Больно. Разнылся? Больно ему. Разнылся.